Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 553 упражнение. Прочитаем задание. Спешите, вставляя подходящие по смыслу глаголы и расставляя пропущенные знаки препинания. Найдите разноспрягаемый глагол. Первое. Петя, беги поскорее в школу. Митя, клади чертеж в портфель. Шестиклассники, кладите все всегда на место. Не будете никогда ничего искать. Я подожду следующего трамвая, а ты, Миша, поезжай на этом. Вы устали, Дмитрий Сергеевич? Лягте, отдохните. Разноспрягаемый глагол в первом предложении. Беги. Глагол бежать, разноспрягаемый. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.